не блефует, рассказывая о российском новейшем вооружении, а также его возможности. Американские эксперты в журнале National Interest назвали последние российские разработки оружием судного дня. Военный эксперт Павел Подвиг в интервью изданию отметил, что заранее было известно о большинстве российских разработок, тем не менее некоторые из них стали реальной сенсацией. «Я впервые услышал о крылатых ракетах с ядерной боеголовкой, о комплексе «Кинжал». По всей видимости, все, что показал президент Владимир Путин, было протестировано, так что все это может быть осуществимо», — сказал эксперт. А Майкл Кафман, исследователь в Центре военно-морского анализа, уверен, что все российские программы разработок вполне реальны, и в ближайшем будущем все может быть осуществимо. По словам Подвига, российские разработки не приведут к всеобщему увеличению количества ракет в мире, однако эти системы определенно усложнят ситуацию. Напомним, российский лидер Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о новых видах вооружений, разработанных в РФ. Он сообщил о разработке гиперзвукового оружия, системы «Авангард», ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», а также лазерном оружии. Ранее глава стратегического командования ВС США Джон Хайтин заявил, что Соединенные Штаты Америки на данный момент не обладают защитой от гиперзвукового оружия России и ничего не могут ему противопоставить.